началась предвыборная кампания, и все политические партии вступили в суровую борьбу, полную компроматов, разоблачений и поливанию грязи. Теперь те, кто больше всех кричит, ругается и критикует других, пытаются попасть в сень. Кандидаты и правящая элита пытаются столкнуть народы Латвии, чтобы усидеть на своих местах в сейме, чтобы продвигать свои националистические идеи для разрушения латвийской экономики и расширения сил НАТО с увеличением военных расходов. Я, Андрей Погор, выставляю свою кандидатуру на выборы в 13-й сейм Латвии. Стремлюсь изменить сложившуюся структуру власти и отразить нападение национальных партий на русскоязычную общину Латвии. Главной моей задачей, как и моих товарищей по списку номер один, станет создание коалиции в новом сейме Латвии. Ибо только так мы сможем сохранить русскую общину и русские школы. Наша партия «Русский союз Латвии», обладающая колоссальным багажом знаний европейского уровня, идет побеждать и изменять. Побеждать властвующую элиту, уверенно ведущую страну в коричневую пропасть застоя и деградации. Изменять порочную систему, при которой проблемы рядовых жителей Латвии нисколько не волнуют шерифа, то есть власть имущих. Я призываю всех менять и делать нашу общую страну богаче и лучше. Я призываю всех вас делать как мы и делать лучше нас, думать и делать во имя наших родителей и наших детей. И призываю прийти на выборы и сделать свой обдуманный выбор. А правильным выбором станет Русский союз Латвии, список номер один.